этот логин. Вот там как-то необходимое напряжение и это входная мощность такая. Входная, выходная, вот входная, вот выходная. Я посмотрел, вот по самограмму, вот тут примерно правильно все пишет. Примерно все так и есть, как тут говорится. Вот, например, тут было 24 вольта, вот. Здесь магнитка 2,5-25 вольта. Тут входной. 100 ампер, например, 180 где-то. 24 умножить на... запятая 184 запятая 5 миллиметра. Вот так. И вот тут туда сфотограф показывает мощность входного вода 5 ватт, это где-то будет 4 ватт. Вот как я рассчитал. Все правильно, значит он показывает. Вот нужно обратить внимание, что тут версия 2.1, тест R21, R2. Тут уровень как на транзисторах тоже. Тут 5 ватт на плитку, я понял. Эти несвободные, тут 3 ватт на изоторах. Тут данные тоже где-то 4 ватта. Видимо, на транзисторах или что-то такое. Так вот. Вот что-то очень милое. Сюда 700 вольт, но так как тут амплитудная, нужно умножить на 0,7, это 500 вольт, получится среднее возникновение напряжения. Тут 50 милливольт тоже. Амплитудная где-то там 70, а там будет где-то 50 на 0,7, если будет. Допустим, даже если 400 умножить на 40 ампер, 0,4 ампера, получится 16 ампер. Вот вот вот. Так вот, 4 раза больше, вот у него где-то есть. Вот вход 25, где-то 4 вата, а вот тут у него 27. Ну, я так что заметил, на самом деле, вот много больше. Потому что, да, если поговорить, запустить, запустить, извините, специально. Вот, вот. Ну, справа ситуация.
тонкий и мощный спорт. Тут я уже читал, что правильно написано 24 вольта, 161 миллиметр, и 3,2 4 вольта метр. Еще 2,1 вольт это метр трубы. Только поворот напряжение тут и мощность на выходе. Вот тут 500 тут где-то вот на входе получается на выходе как бы тут пики переходит ровность нет, вот 480 немножко меньше, просто все скопляет, либо ночью не будет. Вот как я говорю, 500 вольт. И труп тут округляет 8 ампер. 50 ампер нет, вот тут вот. Немножко меньше, чем 50 амплитудная проводка. Амплитудная проводка, средняя где-то 50 ампер, вот 48 ампер. Теперь 486 умножить 0,48 получится 25. Вот тут вешка 28 то есть все равно примерно все правильно. Видно, входит 3,9 вольт. Ну, тут 100 миллиампер на плитку. Допустим, даже если 10 миллиампер, то 25 умножить на 200 будет 5 вольт на входе. Попытаем считать.
этом регистре есть YouTube. Будет. Допустим. На регистре напряжение будет 0,2 × 10⁻²⁷ и 0,0 × 201 будет 0,4. Ну, когда выход 48 миллиампер получил, он лучше покупать. Вот какой-то. Ну, какой-то. Вот все пропало, что вот 50 вот на кнопку, просто нужно округлить, то есть 50 минут навести, потому что он тут. Ну, 35 вот. Это 50 человек. Просто что-то нужно, наверное, покрыть на какие-то моменты. Легче. Попасть вверху. Тут я помню, есть регистр. Или... Нет. Или вот эти резисторы, это для измерения тока, это 79, как нагрузка бар.
Она просто куда вынула дырочку, что она вынула бы, если бы была. Вот одна клетка была. А тут 1, 2, 3. 4 где-то клетки, так что поделись на 4, будет 25 кГц. Удивительно, что не может быть этого железа. Тут у нас будет еще такие перемещения.
Thank you.
Пика 800 мА, 2 мА, 5 мА, 27 мА, кнопка 5 мА, 10, то есть 20, это 38 умножить на 8, 26 мА, ну вот тут 27 мА. Средний и мощный 255 мА, 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 255 мА,
It is interesting to note that the electronic publisher could buy an electronics control group на 494 трависта на 51 есть 1,7 это вот коннектор от электронных
если покормить в этом отеле, но не могу ли поставить. Куда? Что-то у меня здесь дрожит. Это не исследовало, это... Что у нас здесь?